Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу ответить на вопрос, который уже очень давно созрел у моих зрителей. И последней, так сказать, каплей была моя последняя подписчица, одна из последних подписчиц, которая сказала: «Ну, Инна, ну где же ты берешь мотивацию?» Потому что понятно, что вначале приезжаешь, и очень тяжело, многие семьи имеют серьезнейшие конфликты, которые доходят до развода на базе всех переживаний, которые происходят в период адаптации, миграции, первое время. И она говорит: расскажи мне, где ты берешь силы, где ты брала силы первое время и где ты продолжаешь брать силы, как ты себя мотивируешь. Итак, сегодня поговорим об этом. Ну, каждый человек, конечно, мотивирует себя по-своему, и у каждого человека разные цели в жизни, естественно. Но я могу вам сказать вообще об основных принципах моей жизни, которые сформировались буквально в последние несколько лет. И благодаря, конечно, моей одной, грубо говоря, эмиграции в Израиль — это не совсем эмиграция, это немножечко другой вид приезда в другую страну. Ты как бы едешь на свою родину, и это все немножечко иначе воспринимается, и этапы, которые проходит человек, совсем другие этапы адаптационные. Когда вы приезжаете в эмиграцию настоящую, это тоже другие ощущения, но тем не менее предыдущая закалка уже, конечно, дает какой-то опыт. Что я хочу сказать? Основные принципы моей жизни я вам сейчас расскажу, и расскажу, как они мне, в принципе, помогают справиться с, вот, не только с ситуацией эмиграции, которая, естественно, сложная, и наша семья тоже проходила через определенные конфликты, созревали, которые назревали, но благодаря терпению двухсторонной и пониманию того, что это временное состояние, некомфортное, в котором ты находишься, оно решимо, разрешимо, и мы, в общем-то, прошли сквозь это испытание тоже. Но первый мой принцип в жизни – это не смотреть назад, не оглядываться, что было. Вот как было у меня в детстве, а вот какая я была красивая, а вот какая я была худенькая, а вот какая я была, а вот какая я могла бы быть, если бы я там, допустим, осталась или там сделала тот-то выбор, а не другой выбор. Следующий мой принцип по жизни – это не спешить никуда. А в каком плане? Вы знаете, это вообще взяло время понять, что это один вообще из главных принципов в жизни, не только в жизни человека, и любого бизнеса, и любого дела, которое вы делаете, начинаете. Самый главный принцип – это не спешить. Папа всегда, когда была маленькая, говорил мне: торопиться не надо. Почему-то он говорил это с грузинским акцентом, каким-то таким восточным. Я не знаю почему, может, это из какого-то фильма. Но он говорил: торопиться не надо. И я почему-то как-то понимала смысл этого слова, но я не вкладывала в него всего того смысла, который я сегодня понимаю в жизни. Я сегодня говорю вам: не торопитесь. Торопиться не надо. Часто мы принимаем решения не совсем, не то чтобы обдуманные, не обдуманные, а импульсивные, которые были построены, допустим, на каких-то более внутренних соображениях, в смысле, вот как, по интуиции, грубо говоря. Так вот, по интуиции не надо выбирать решения никакие, и по внутреннему состоянию тоже. Конечно, не совсем всего в жизни это касается, да, например, когда вы выбираете человека для жизни, с которым вы хотите жить, вот, но я хочу сказать, что не нужно торопиться ни в каких решениях, давать ответы какие-то. Даже если вам кажется абсолютно четко, что сейчас это ваше решение, это ваш взгляд, это ваша точка, переспите с этим одну ночь, с любым вашим решением. Вы увидите, как оно может кардинально измениться за ночь. И это не всегда будут только ваши мысли. Иногда это могут быть абсолютно другие обстоятельства, которые могут повлиять на вашу жизнь и на ваше решение как результат этого изменения. Поэтому нигде не спешите давать ответ. У меня в жизни, в нашей семейной паре, Кости отдельно, меня отдельно, нам жизнь столько раз уже показала, что не нужно торопиться, спешить с решениями какими-либо и вообще ни с чем. И я это веду к тому сказать, что у любого процесса в жизни тоже есть периоды, есть время,
у каждого процесса. Не спешите. Даже если вы находитесь сейчас в конфликте, это не значит, что конфликт будет решен благодаря вашему терпению за один день. Часто есть вещи, которые должны просто произойти, пройти через определенные этапы, даже те термы, я имею в виду, как бы временные рамки. Где-то в какой-то книжке я прочитала как-то недавно, что вы не можете быть беременны один день. Беременность проходит в течение 9 месяцев, только потом рождается ребенок. Вот как бы так в жизни все и происходит. Вы не можете быть беременными один день. Вы должны понимать, что все процессы в жизни занимают время. Какие-то короче, какие-то длиннее. Поэтому это следующий мой принцип. И, как бы, скажем так, последний мой принцип – это все-таки стараться как-то примерно продумывать свои планы наперед, но не превышать ваших возможностей. То есть там не говорить, вот я стану миллионером за 3 года. Если вы понимаете, ну никак, это нереально, это невозможно. Даже если вы начнете какой-то суперуспешный бизнес, это все равно процесс, который должен пройти. Поэтому не ставить завышенные, слишком невыполнимые задачи перед собой. Потому что раньше у меня всегда были поставлены перед собой невыполнимые задачи, я постоянно была недовольна собой, потому что слишком высокие требования к себе выдвигала. Вот. Это не значит, что вы опускаете рамку или уровень требований самому к себе. Нет, вы просто становитесь более эффективным, и вместо 10 тасков, которые вы себе ставите, вы делаете 4, вы делаете их качественно, профессионально, с чувством, с расстановкой. И от этого будет намного больше эффекта на ваше будущее и на будущее окружающих, чем от 10 тасков, которые вы сделаете как попало, и вам придется их переделывать, исправлять или отменять. Не надо это делать. Вот это мои основные принципы. Давайте перечислим еще раз. Не оглядываться назад в прошлое, не думать о том, как вот было. И к этому же относится не сравнивать, да, то есть не сравнивать, а вот здесь так, а вот здесь вот так, а вот если бы я была бы там, то было бы вот, а вот не так, как здесь. То есть не нужно никогда сравнивать, это было там, а это здесь. И вообще то, что было, это уже история, которую изменить невозможно. А вы живете сегодня в настоящем и практически смотрите уже в будущее, поэтому не нужно смотреть назад. Назад смотрите только в качестве воспоминаний. Поэтому не смотреть никогда назад, не оглядываться и не сравнивать. Второй принцип – это не спешите, не торопитесь. Третий принцип, ну и ко второму относится, что то, что все процессы в жизни занимают время, и вы должны быть к этому готовы. И последнее – это не ставьте перед собой невыполнимых задач. Зная о моих принципах теперь, я думаю, мне будет легче объяснить свою позицию вам по отношению к, вообще к мотивации. То есть вы видите мой образ жизни, вы видите, как я живу. Я вам сказала сейчас про свои основные принципы. Когда происходит понимание того, что есть процессы, что не нужно оглядываться назад, и что есть какие-то темы и таски, которые вам нужно будет выполнять, это меняет абсолютно атмосферу вашей жизни, и ваше мировоззрение ведь меняется, ваш взгляд на вещи, и появляется естественно мотивация, когда у вас есть таски, которые вы должны делать. Конечно, тяжело проснуться каждое утро, как говорят, посмотреть в окно, улыбнуться самому себе и сказать, все прекрасно, хотя да, это надо делать. Я верю в то, что это нужно делать, но я не верю в то, что если у тебя нет мотивации, она вдруг появится от этой улыбки на лице. Нет, эта мотивация должна быть, конечно, основана на какой-то базе ваших желаний, ваших мечтаний, скажем так. И как мы знаем, что мечтания, если мечты есть, они обязательно сбываются. И мы, когда, как правило, понимаем, что когда мечта сбывается, что, в общем-то, сам процесс, сама дорога к этой мечте, она была фантастически незабываема. Это то, о чем мы будем вспоминать, а не как уже непосредственно избыточную свою мечту. И будем продолжать идти дальше. Поэтому обязательно нужно, конечно, иметь очень хорошую мечту, очень хорошую цель и хорошо идти к ней. Следующее, почему людям бывает тяжело, как я считаю, вначале, потому что люди
смотрят, оглядываются назад, смотрят вот как было, начинают жалеть себя, начинают жалеть своих там близких, которые остались в другой стране. Им становится их жалко, им становится жалко себя, что вот сейчас они порознь и так дальше. Да, и очень многие люди на этом этапе просто сразу возвращаются назад. Они даже не дают сами себе возможности раскрыть свои способности в новой стране. Смотрите, для того, чтобы интегрироваться в новом обществе, необходимо делать все для того, чтобы это произошло. И это не произойдет даже в первый год. Интеграция в новом обществе занимает время. Во-первых, для интеграции нам необходим язык. Для языка нам необходимо общаться с местными. Для этого нам необходимо, ну, как минимум, выйти на работу или пойти учиться в какое-то такое хорошее учебное заведение, там, где будет очень много местных. Влиться в это достаточно берет какое-то время, особенно если у вас нету языка. Поэтому я считаю, что если у вас будет, даже если у вас нету никаких целей сейчас, и ваша самая главная цель, это, да, как Маслоу, этот философ, кто он был, пирамида Маслоу, в которой самый базовый уровень является уровень еды, потом крыша над головой и так дальше, и так дальше. И то, о чем я сейчас сижу здесь на диване и говорю, это, скажем, там самый высокий уровень, да, когда человека, в принципе, не беспокоит крыша над головой, еда, там, самореализация и т.д. и т.п. Конечно, когда нет у вас еды, то вам тяжело думать про какие-то либо интеграции. Все происходит поэтапно, опять-таки, поэтому мы и говорим, что есть этапы для всего. Вы должны дать время всему. И когда это происходит совокупное понимание вот этих всех вещей вместе, у вас появляется мотивация. Даже, может быть, не мотивация. Мотивация появится намного на позжих этапах, но на начальных этапах желание жить, продолжать что-то делать, вот это понимание вам оно поможет. Все себя мотивируют по-разному. В основном я сказала, вот эта именно тема для меня была раскрыта для людей, которые находятся в эмиграции, которые только сейчас как бы проходят вот эти первые первоначальные ступени и этапы. Опять-таки скажу, я говорю, что это моя вторая эмиграция, поэтому для меня она намного проще проходит, в том плане, что понятие того, что есть процессы, которые берут время, мне уже не нужно понимать это здесь. Я уже приехала с этим понятием того, что этот процесс должен пройти просто. Второй вопрос, сколько вы выделяете сами себе на этот процесс времени? Как бы я вам могу сказать, что первые два года это вообще это... Первые два года берет людям понимание того, осознавание, ощущение мира, в который вы попали. Первые два года вам кажется, что там за полгода вы уже полностью адаптировались. Часто есть люди. Я очень человек, который адаптируется ко всему. То есть я приеду сегодня в Африку, завтра я буду себя чувствовать достаточно комфортно в Африке. Но я могу сказать, что есть люди, которые более легко адаптируются, сложнее адаптируются. У меня проблем с адаптацией нету. Но даже несмотря на это, все равно есть процессы, которые для вашей интеграции в новое общество забирают время. Так вот это первое время, два года, это чтобы понять, где вы находитесь. Потом еще два года для того, чтобы наверстать какие-то, поняв, где вы находитесь, понять для себя, может быть, и сформулировать ваши цели на ближайшие там два года, не на пятилетку, нет, на ближайшие два года, допустим, если вы видите, что вам нужно подтянуть язык, или вам, может быть, нужно получить какой-то сертификат, пойти, что вам нужно делать для того, чтобы дойти туда, куда вы хотите. И, скажем, вот на пятый год жизни вы себя будете более-менее уже ощущать как бы в своей тарелке. Это так, в общем, это такая общая статистика достаточно. Касается это любой страны, неважно где. Так же, как и ребенок, который рождается. Вот сравните, иммигрант – это как маленький ребенок, который родился. Вот вы приехали в новую страну, это ваш первый день рождения. Вы родились заново в этот день. И вот считайте, так же, как и ребенок, первый год, что он может разговаривать, он самостоятельный, он не самостоятельный абсолютно. Более-менее он начинает ходить и ползать, вот как у меня габочка по ступенькам начала ползать вниз сейчас, вверх, ей годик и пять. Говорить она начнет где-то к двум годам, да, наверное, потому что она пока что не говорит, только какие-то непонятные звуки произносит. То есть представьте себе, что вы маленький ребенок, который родился. Какая у вас может быть мотивация? Вы еще не понимаете вообще, где вы находитесь, да? К пяти годам дайте себе пять лет. Да, пять лет это срок, на дороге не валяется. Но когда вы поймете, что есть срок, который демонстрирует вам вашу
интеграцию в новом обществе и показывает вам ваши усилия, кто вы есть, какой вы человек и что вы можете, что в ваших силах, тогда у вас открывается как бы новый этап вашей жизни. Вы должны идти к этому этапу. Но когда мы идем к этому этапу, мы не сидим на диване и размусоливаем это все, как сейчас вот я с вами тут сижу, разговариваю. Так не происходит. Нужно действовать. Ключевой момент – это действие. Вы идете, вы приехали в новое место, вы должны, если вы должны оформить детей в школу, вы узнаете все о школах, вы знакомитесь в Фейсбуке, там, я не знаю, в любых социальных сетях, с разнообразными группами из этого района. Вы записываетесь в какие-нибудь клубы, там, я не знаю, вязание, рисование, да, в конце концов, вы идете на работу, вы идете учиться, вы интегрируетесь и активно это делаете. Вы начинаете знакомиться с людьми, а люди вас знакомят с информацией. И информация является самым ценным источником вашего успеха. Ну, естественно, то, как вы будете пользоваться этой информацией. То есть это какие-то вот такие наброски с моей стороны, что я желаю всем вам, кто только собирается ехать, кто уже приехал, находится здесь. И успехов, терпения. И вот, может быть, мои принципы как-то помогут и вам мотивировать себя на будущее. Желаю вам успехов, удачи, легкой адаптации. Всего хорошего. Пока-пока.